В среду в Самарской области будет ясно и малооблачно, сохранится жаркая погода без осадков. Днем плюс 32, плюс 35, ночью 22-24, выше 0. Ветер южного, юго-западного направлений, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани безоблачно, днем плюс 34 градуса, ночью плюс 23, южный ветер, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти ясное небо, плюс 32 градуса в дневное время, ночью 24, выше 0. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, дневная температура 32 градуса тепла, ночью плюс 22. Ветер юго-западного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 19%, температура воды в реке Волга 17 градусов, геомагнитное поле неустойчивое. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.